Я ученица 1А класса. Меня зовут Иванова Эльвира. Я покажу вам, как делать объемную снежинку. Для этого нам понадобится клей, ножницы, ручка и бумага в клеточку. Ну что, начинаем? Мы начинаем убирать с бумаги клеточку, с бумаги поля. Когда мы убрали поля, будем делать квадрат. Вот это квадрат. Надо сложить вдвое, чтобы получился двойной треугольник. Теперь нужно начертить, докуда делать точку для надрезов. Когда мы сделали, надо сделать надрезы. Делаем надрезы до точки. Когда мы сделали надрезы, надо развернуть бумагу. Аккуратненько. Так, что у нас должно получиться? У нас должно получиться вот такая вот капелька. Теперь мы склеиваем снежинку. Когда мы сделали с одной стороны, наклеили, надо перевернуть на другую сторону и там наклеить. Вот, у нас получилась вот такая вот капелька. Теперь мы делаем также вторую капельку. Вот у нас все 5 капелек. Сейчас мы будем их соединять вместе. Приклеить к другой капельке. Вот. У нас получилась пока что вот такая вот снежинка. Теперь мы будем вот эти все капельки соединять в середине.
Вот такая вот снежинка у нас получилась. Счастливого Нового года! Пишите!